А что касается спроса на недвижимость, то в нашем регионе в этом году наибольшей популярностью пользуется земля под индивидуальное строительство с наличием коммуникаций. Предложений, как показала выставка, более чем достаточно. При выборе участка специалисты советуют особое внимание обратить на фирму и ее репутацию. Компания на рынке должна быть достаточно долго, то есть это как минимум более 5 лет. Вот. Дальше, чтобы у компании были собственные активы. На данной выставке мы представляем 4 коттеджных поселка. В данных поселках полный комплекс услуг, вот, и также построенные дома. На следующий год у нас планируется уже 8 коттеджных поселков. У каждого коттеджного поселка будет школа и сад. Специалисты говорят, что важна экология района, наличие коммуникаций и всей необходимой инфраструктуры – от дорог и детских площадок до охраны поселка. А желающие сэкономить вступают в проекты еще на стадии строительства. Когда стадия строительства, все стоит дешевле. Когда уже построено и введено в эксплуатацию, стоимость объектов становится практически в 2 раза дороже.